В известной военной песне расцветали яблони и груши, а здесь, в деревне Горки, скоро расцветут катальпы, неприхотливые, но очень красивые деревья. Именно их высадкой занялись сотрудники муниципальной компании «Дорсервис». Помогают им и представители администрации поселения Горки-Ленинские. Разбить в этом месте парк оказалось делом нелегким. С учетом того, что там есть кое-какие коммуникации и сверху линии электропередачи, мы расположили деревья так, как это возможно, их расположить в соответствии с действующим законодательством. И мы посадили 25 катальп. Это такое красивое дерево, у них листья в форме сердец больших, и цветет очень красиво весь июнь. Общая площадь будущего парка 20 соток. Перед тем, как сажать деревья, была сделана большая работа. Участок очистили от травы и мусора, разровняли, подготовили к посадке деревьев. Представители руководства поселения отмечают, что в создании парка огромную помощь оказали местные представители делового сообщества. Хочется выразить большую благодарность предпринимателям, которые работают на нашей территории. Без них, без их помощи, конечно, этого бы не получилось. Такой праздник большой и дело большое, которое было задумано еще в феврале. И, наконец-то, мы пришли и сделали то, что хотели. У нас теперь есть в деревне Горки въездной группы «Парк Победы». Ввиду особого режима было принято решение местных жителей не задействовать. Но все же не удержалась и внесла свою лепту старейшая жительница деревни Любовь Григорьевна Подосенова. Для нее, малолетней узницы фашистских концлагерей, День Победы – праздник особый. Она уже представляет, как будет с соседками гулять по новому парку, который появился на заброшенном когда-то месте. Огороды были раньше, А когда хозяина не стало, уже все, бурьян один рос, больше ничего. Будем любоваться, красоваться. Постоим, посмотрим друг на друга, полюбуемся, вспомним молодость. Парк посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и площадка для высадки деревьев выбрана не случайно. Это место, которое прилегает к памятнику погибшим землякам деревни Горки и Белеутова, давно уже у нас на кадастре стоит, и оно было такое немножечко неприглядное. И мы его решили привести в порядок. И самое лучшее, это когда в этом месте, на въезде в деревню, будет располагаться вот этот парк, и люди, въезжая в красивую зону, будут все время помнить о этом празднике, об этой войне и об этой победе. В ближайшем будущем здесь дополнительно планируется высадить газон и декоративный кустарник. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.